Пшеница одинаковая. Одинаковое все. А закон о депутате Джоговки Нишин? Горкиниш? Нет, Джоговки Нишин. Тоже всех одинаковые ставки. Все одинаковые. Да. То есть депутаты Джоговки Нишин имеют все одинаковые ставки. Да. Не имеет кто-нибудь там, кто-то реальную власть имеет, кто-то нереальную власть. Такого нет. Законы одинаковые там не выделяют. Спасибо. Дальше. Насильственный захват власти может ли произойти голыми руками количество 30 человек против 300 охранников Джоговки Нишин? Ну, я просто как юрист могу ответить на этот вопрос. Насильственный захват власти должен сопровождаться насилием. Насилие должно подразумевать, что человек должен быть вооружен. Так, спасибо. Так, дальше. У меня еще третий вопрос к вам. Как юристу и генералу. Вопрос. Если начну стрелять в сторону народа, что я должен был делать? Бежать обратно или останавливать стреляющих народ? Я не знаю, как вы, я бы пошел вперед. Я так же. Очень было много отрицательных информации в общественности после произошедшей вот этой ситуации. И я думаю, вы тоже какие-то отрицательные информации в тот момент черпали для этого, правильно? Ну, конечно, мы все получали разную информацию. Спасибо большое.